Всем привет, мои боевые товарищи, с вами Спигер, и мы играем в War Thunder. Мы сегодня поиграем уже на другой карте, у нас есть точка А в городе, прямо в центре города. Сегодня будем более активен, и уже зайдем в город и посмотрим, как у нас происходят бои в городе. Так, хорошо, мы поехали уже, в принципе, мы поехали второй даже. Нет, походу, я третий еду. Вся толкучка осталась позади. Хорошо, что у нас за этими кустиками есть. Нужно выйти, наверное, с левого фланга и ударить прям справа. Прям в город заезжаем и всех разбомбим прям в заднице. Это будет довольно интересная тактика. И сейчас посмотрим, как это будет. Ух, как-то горизонт у нас слишком чистый. Никаких домов и ничего нету. Мы слишком открыты. Нужно ближе к зданиям и уже прикрытие сделать с помощью зданий. Как-то наши не очень-то и спешат ехать. Я вижу по карте, у нас вся толкучка стоит на базе. Ребята, видимо, только начали. Хорошо, не будем слишком торопиться, пускай они уже подъедут к городу ближе, и тогда уже вступим в бой. Если что, я прикроюсь с левым флангом. Но вроде толкучка поехала. Окейшки, сейчас мы разберемся, что у нас тут есть. Это будет как прикрытие, горизонт у нас чистый. Чистое поле, никого нету. Хорошо, маленько подождем, пускай ребята проедут чуть вперед уже, заедут в город и устроят бой. А мы, конечно, впишемся чуть погодя. Мы не очень-то и опытные. Вояк. Ох, вижу цель. Сейчас будет первый килл. Зеленый крестик есть, и можно стрелять. Но, походу, все-таки мимо. Давай еще разок. Ну, с третьей попытки хотя бы. Да, есть попадание. Там не две цели. Две цели, два соперника уже на карте обозначились и прям на окраине города находится. Есть второе попадание. Окейшки, готово. Так, одного уже подбили. Да, остался еще один. Но это, походу, будет моя цель. Ух ты, да. Минус один. Это, конечно, хорошо. В начале боли уже сделали. Так, можно еще раз добить его. Так, горизонт у нас чистый. Никто не заходит. Никто у нас не заходит с левого фланга. Наверное, поехали сразу все в город. Сейчас мы тоже заедем и разберемся. Так, толкучка поехала уже, и ребята заехали прямо в город. Там уже, наверное, какие-то бои происходят. Но на карте у нас не помечаются соперники. Маленько переждем и поедем уже в город. Ударим прям с фланга справа. Надеюсь, будет очень удачно. Какие-то взрывы слышно. На карте никого не вижу, конечно, очень плохо. Почему-то цели не помечаются у нас. По идее, должны были ехать оттуда именно. Видимо, уже заехали. Так, точка уже берется, так что нужно выдвигаться. Сейчас заедем, разберемся, кто у нас там на точке и сколько их там. Даже маленько как-то страшнее ехать туда. Слишком много зданий, конечно, и отступать там будет некуда. Но нужно все равно двигаться. Так, точка прям по курсу. И, в принципе, можно на эту улицу заехать уже и разобраться. Так, на карте уже появились соперники. Это, в принципе, хорошо, уже видно, куда можно ехать. По кругу все в бои прямо в центре происходит. Сейчас поможем. Ударим, наверное, с правого фланга. Интересно, может подбить самолет с помощью выстрела? Нужен, наверное, пулеметчик. Хорошо, вижу, прям по курсу у нас есть танки. Ох ты, да, там их довольно много. Мы заехали довольно удачно, и все как на ладони видны. Сейчас парочку киев мы здесь набьем. Хо-хо, хорошее попадание. Там вижу, с правой стороны есть. Он проехал мимо меня. Ух ты, да, минус два, две цели. Это круто. Так, можно его еще добить. Там у нас еще, ух, там три, четыре цели вижу. Так, ну, чуть ближе. Ух, в нашу сторону едет. Как-то очень быстро едет, даже не успеваю прицелиться толком. Там есть две цели. Это реально будет круто. Минус еще, минус третье. Хо-хо, сегодня довольно жаркий денек. Просто заехали очень удачно. Так, это уже подбили. Слишком поздно, конечно, начал. Так, ну, в принципе, можно поехать туда, хотя, мне кажется, заедут в жопу мне уже. И в жопе, конечно, меня просто расстреляют. Можно и подождать здесь. Ну, пока что все тихо. Вижу, по карте, в принципе, есть где-то там позади у нас. Чуть подальше, но я их не вижу. Хорошо, была не была, и все-таки поедем в центр. Надеюсь, никто мне не заедет прямо в задницу. Это будет, конечно, очень печально, потому что в заднице у танка самое слабое. Так, тут у нас чисто. Очень медленно и верно продвигаемся. Так, вижу две цели.
Сейчас будет килы снова. Так, у него пожар, пускай маленько погорит. И сейчас добьем его прям в сердцевину. Ух ты, да. О, хорошее попадание. Нужно добить его уже. Так, еще один выстрел. Надеюсь, его... Нет, все-таки подбили. Я только что и подумал об этом. Хорошо его подбили, в принципе, им помогли. Но минус 3 цели мы сегодня уже сделали. Так, чуть подальше где-то должно быть еще. Где-то прям с левой стороны у нас. Прям реально с левой стороны практически сразу же за углом. Точка, а за противника, значит, мы еще проигрываем. Так, хорошо, смотрим все-таки на карту. Я его люблю на карту смотреть, и видно все, как ему... Ох ты, жесть! Прям в задницу у меня появился танк. Хо-хо. Это как-то я не очень-то... Он реально заехал прям в задницу, и сейчас, походу, нам просто кранты будет. Как неуклюже заехал, он еще не открывает огонь. Какой-то стороны танк. Реально не открывает огонь, очень медленно поворачивает башню. Жесть, что происходит? Давай быстрее, быстрее, башню поворачивайся. Как же все это медленно поворачивается. Просто реально заехал в жопу и встал в жопу к нам. О, выстрел сразу же. Попадание есть и двигатель. Это, в принципе, круто. Еще разок выстрел. Еще попадание. Нужно чуть ниже было. Чуть ниже некуда. Третье попадание, он еще живой. Давай-ка, последний уже. Ох, туда у него пожар. Ох, прям передо мной появился танк. Что происходит сегодня? Так, хорошо, мы уже переключимся на эту цель. Он не открывает огонь. Что происходит, реально? Ребята, не открывают огонь по мне. Так, он готов, четвертый танк готов. И добьем еще этот танк. Так, он уже готов, это тоже готов. Минус пятый. Ух, это было довольно жарко. О, заехало два танка мне просто в жопу. И уже реально было бы у меня кранты. Но по нам не открыли огонь. Да, мы, в принципе, выиграли. 6-1, помощь одна. Ну, друзья, увидимся в других сражениях. А с вами был Спикер, до новых встреч.